два, один, ноль. Вы на канале Мясниковой. И сегодня мы приехали в Гагарин Плаза, а я тебе сейчас скажу, по какому поводу. Потому что завтра мы улетаем в Турцию. А что мы должны сделать перед любой поездочкой? Купить мне новый лук. Да, купить тебе новую одежду. А выбираем мы какой магазин, естественно? Мисс Ди Эм. Поэтому мы разворачиваемся и погнали. Ну что, будем смотреть что-нибудь летнее? Мам, что ты смотришь? Тут уже надо мерить. Мерить уже надо? Ты выбрала уже много чего? Ну давай тогда начнем это все мерить. Ух ты, какие котики, Николь! Слушай, это твои любимые перевертыши, да? Да. С одной стороны они не блестят, а с другой стороны они блестят. Иду померяю что-то еще. Пойди, пойди. Николь, ты что, плывешь? Боже, как красиво! Слушай, тебе так идет? Какой шикарный наряд, Николь, золотые джинсы, вы, наверное, не видите, они блестят так красиво. Николь, тебе нравится? Берем. Николь, подожди, подожди, я рассмотрю. А что это такое, это Николь? Пчелки. Это пчелки? Золотые нитки, боже, как все красиво. Смотри, какие штучки, да? Обалдеть. Ну как тебе этот наряд? Расскажи. Мне очень нравится. Очень нравится, да? Я хочу все это. Ну тогда берем все это и улетаем. Завтра улетаем. Да. Николь, ты что, скупила полмагазина? Да, скупила полмагазина. Еще и с манекена забрала. Еще и с манекена забрала. Ну тогда двигаемся дальше. Приехали в аэропорт, да? И сегодня мы вылетаем в Турцию отдыхать. Женя, кстати, в этот раз с нами. Привет, Женя. Пошлите, пошлите. Женя сразу быстрее пошел. Конечно. Чтобы успеть на самолетик, да? Сейчас я покажу, как вы в самолетике ведете себя. Тут же, наверное, очередь огроменная. Да. На наш рейс, смотрите, какая огромная очередь. Кто-то не выспался. Хочу вам показать реакцию на взлет. Вот это прямая. Да, смотри в окно. Одну реакцию я хочу снять, мне кажется, она будет сильнее тогда, когда мы будем приземляться. Мы уже почти. Мы здесь отдыхаем, да? Ну тогда погнали. Ты живешь на каком этаже? Я живу на третьем, по лифте это третьем. А, так на четвертом, на самом последнем. Правильно. Вот такой у нас красивый лифт. Обожаю спускаться и смотреть на этот лифт из нашего балкончика. Нашего лифта-балкончика, да? Прямо напротив нас есть фонтанчик с черными лебедями. Да, вот сейчас мы их покажем. Пошли, пошли, побежали. Вот наши черные лебеди. Вот наши черные лебеди.
каждое утро мы им говорим «Доброе утро!» Смотрите, какие они классные! Привет, привет! Привет, Тюбик! Слушай, ну они не будут возмущаться, что я их так близко снимаю, нет. Как думаешь? Нет? Тут есть еще белые лебеди. Сейчас я вам... Покажу! Да! Мама еще ничего не знает про модели, а мне мои подписчики все уже рассказали. Да, я еще ничего не знаю, поэтому я вместе с вами сейчас пройдусь по территории и посмотрю все, что тут есть интересненького. Вот наш ресторан, в котором мы завтракаем, ужинаем и... Вот там, да. Мы завтракаем, ужинаем, наш ресторанчик. Да. Основной, который... Там еще есть много ресторанов. Да. Но мы еще там не были. Вот наш бассейн. Обожаю в нем купаться. Вот мини-бассейн для маленьких деток. Для маленьких деток. А вон есть глубокий бассейн. Там есть еще глубокий бассейн. Это маленький бассейн. А вон там три горки. Там ресторан, где Николь с Женей постоянно берут что? Мороженое. Мороженое. Ну пошли дальше, пошли. Вот сегодня открыли аквапарк. Нам еще сегодня открыли аквапарк. Вот такой аквапарк. Я вот в той горке скатывалась. И вот с этой. Это жаба. Вон наши белые лебеди. Вон наши белые лебеди. Вон они отдыхают. Тоже красивые. Передайте привет нашим подписчикам. Привет. Привет. Сейчас Николь нас ведет на основной бассейн, где проходят все... что там проходит, Николь? Акваэробика, да, какие-то танцы, какие-то конкурсы. Вот это основной бассейн. Он очень глубокий, это да, Николь? Это не основной, он основной. Вот это все. Но это все, да, это все тут основное. Смотрите, какая водичка, класс, вообще супер-пупер. Я предлагаю, знаешь что? Пойти показать море. Это же очень важно. Море в Турции очень красивое. А сейчас мы пройдем по мостику, он очень красивый. Ну пойдем покажем, какие тут цветочки, да. Вот. Смотрите, какие цветочки. Кстати, я тут фоткаюсь. Кстати, да, кто подписан на Никухин инстаграм, она... Обязательно заходите и смотрите. Обязательно заходите и смотрите, и подписывайтесь. А ссылочку на инстаграм мы оставим в описании. С одной стороны мостика один бассейн, со второй... Второй большой, огроменный бассейн. Еще есть теплый бассейн. Вот есть еще белые, фиолетовые. Фиолетовые. Я их просто обожаю. Ой, ты боже мой. Каждый день в этом отеле проходят... Концерты. Очень крутые звезды. Концерты звезд. Каждый день. Вот у нас, например, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Каждый день какие-то вот диджеи. Я вам покажу. Еще тут будет. Давайте посмотрим, кто еще тут будет. Тут будет выступать Надя и Леша. Николь даже сказала, боже мой, я хочу здесь быть 23 июля, потому что здесь выступают Надя и Леша. Время и стекло, да? Да. Мы попали в топ-топ-топ. Делайте руками хлоп-хлоп-хлоп. Мы все познали, кто-кто-кто-кто-кто-кто. Если не мы, так кто-то кроме нас будет кто-кто. Смотри, Николь, ты завела толпу. Тут все очень красиво. Везде барчики, ресторанчики, где можно перекусить постоянно, попить, охладиться. Иду, иду, иду. Красотка, пошли дальше. Тут у нас мелкие камушки. Не знаю, ветер даст ли нам поговорить. А я долго вспоминала, какой же это цвет. Это цвет действительно бирюзовый. Водичка цвета бирюзы. Как красиво! А хочешь поднимемся на бортик? Смотри, Николь, вот там, смотри. Что такое? Николь в восторге, она просто первый раз сюда пришла. Вот так вот спускаешься и плаваешь. Сейчас я вам покажу теплый бассейн. Ну давай, пошли. Да.
Там очень теплая вода после холодной воды. После холодной воды она очень теплая, кажется, да? Ну, аж горячая. А если просто залезть, то будет теплая. Ну давай, мы, кстати, пришли уже туда, где проходят каждый вечер концерты. Вот смотрите, столько столиков, миллион, они всегда заняты, да, Николь? И тут столики. Да, вон там сцена. На сцене выступает мисс Николь. Кто это нас преследует? А ну-ка признавайтесь. Женя и наша подписчица. Если вы видите, территория очень огромная. Вот тут продолжаются домики. Вот мы вышли вот там. Прошли вот так, вот так, вот так, вот так, вот так круг. Вот там море, море, море. И пришли сюда. Здесь море тоже продолжается. Дальше все продолжается. Отели продолжаются. Вот тут, тут, везде. А мы идем на теплый бассейн. Вася. А это теплый бассейн, в котором я постоянно купаюсь. Постоянно проводят время, потому что он такой здесь уютненький, маленький. Тепленький. Пошли теперь дальше. Покажем детский клуб. А это, наверное, одно из самых интересных мест, да? Потому что там есть такое. Да, которое я буду делать сегодня. Николь, тебя там подружки уже зовут. В мини-клубе у нас всегда очень много подружек и друзей. Пойдемте, Николь покажет нам, что такое мини-клуб. Здесь идет программа. Николь направляется в определенную комнатку и неспроста, потому что тут разукрашивают что-то невероятное. Это футболка, которую разукрашивают и потом забирают себе. Посмотрите, винксы. А есть не только футболочки, есть еще и пенальчики, посмотрите. Сумочки пляжные. Николь, а ты что будешь сегодня разукрашивать? Расскажи. Да, я хочу разукрашивать сумочку. Ой, она с одной стороны уже, да? Ух да, ты! Да, а с другой стороны вот такая. Ну что, Николь приступает. Кому нравится, пишите в комментариях и ставьте лайк. Вот я и разукрасила мою сумочку. А какой она будет, мы сегодня увидим вечером, когда тебе ее вручат на сцене, да? Да. И ждем на сцене. Приглашаем мисс Николь! Здравствуйте! Николь у нас очень популярная, друзья мои. Да, она... Вот знаете, что такое YouTube? Она блогерша у нас. Да, или как вас называть? Блогерша? Да. Или лучше Николь? Блогерша, хорошо. Скажите, пожалуйста, что вы выкладываете в свой блог? Какие видео? Подряд, всю жизнь, да, правильно, что интересного ты выкладываешь? Здорово, хорошо, вы приехали откуда? В Одессу. В Одессу, здорово, хорошо. И вы приготовили для всех сегодня что-нибудь интересненькое. Что приготовили? Все, что для меня там гимнастические. Здорово, мы посмотрим гимнастику, друзья мои. Похлопай, пожалуйста, в ладошки. А вот вечером мы на баре. Николь, ты что тут берешь? Спрайт, как обычно, да? Ой, смотри, какой класс. Слушай, он на свету вообще очень переливается. Да, а еще в темноте, что у нее такая темная-темная кожа. Да, классная, красивая очень. Мы ждем, да, еще один концерт. Уже не детский, а кто-то у нас постоянно выступает, да, какие-то звезды. И сегодня не исключение, будет кто-то выступать. Гимнастки бинго. Серьезно? Гимнастки бинго? Ну тогда сейчас посмотрим, что там будет. Команда у них бинго. А может, ты всем передашь уже приветы? Всем передаю приветы. Элиан и Арелия, Диша, Мэй, Диана, Аринка и Скринка, Алина Ляшкевич, я Лера. И все, а всем пока-пока. Подписывайтесь на канал Мисс Николь.
Всем прикольчики вверх. Пока! Вот там есть на Инстаграм. И на Инстаграм тоже обязательно подписывайтесь.